Всем привет, дорогие друзья, с вами Влад, и мы начинаем прохождение, дальнейшее прохождение The Long Dark. Мы все-таки переехали на АЗС, я это оставил за кадром, то есть, ну, ничего интересного не происходило. Я забегал в наш домик из предыдущей серии и перетянул все сюда. То есть, запасы у нас сейчас знатные, на мой взгляд, то есть, все должно быть хорошо. Так, давайте все вот такое устаревшее возьмем, полуиспорченное. Так, давайте. Отлично, на мой взгляд. Все супер, все просто супер. Починили вещи вдобавок. Ну, не все, я уже там решил время зря не тратить. Там несколько шмоток остались чуть-чуть поврежденными. Так что уже, если к концу серии вернемся сюда, то тогда будем чинить. Так, ножовка. Ножовка, наверное, мне не нужна. На релокации давайте ножовку сбросим. Но мне нужен труд. Он мне понадобится. Давайте возьмем. Две газетки возьмем с собой, все остальное пускай остается. То есть, ну, у нас очень богатые запасы. Медикаменты я, как положено, в туалете спрятал. Ну что, двинули. Вот у нас сушится шкура волчья. Кстати, я вот что хотел сделать, я бы хотел посмотреть на верстаке, что у нас, что нам надо. Так, высушенные кишки. Кишки, значит, тоже надо на землю бросить. Это без проблем. Так, отвлекся, извините. Это у нас что? Фонарь. Ага. Капканы, нам нужны кишки. Крючок, понятно. Леска. Удочка. Варежки из меха кролика. Вот. Обувь из оленей кожи. Да. Штаны из оленей кожи. Волчья шуба. 4 нам надо. Спальный мешок. Ха, мишку придется все-таки завалить. Древко стрелы. Простая стрела. А крутая стрела. А где наконечник взять? Ладно, разберемся. Так, кишки. Где они были? Вот. Бросить и бросить. Пускай сушится. Ну, я смотрю, долго сушиться будут. Так, у нас осталось всего 5 часов дневного времени. Давайте не будем терять время зря. Я хочу посетить острова. Я надеюсь, никто не отреспаунился, пока я тут бегал. Был жуткий буран. Кто-то где-то ходит. Олень. А, и волк за ним. Ну, хотя бы не в мою сторону уже, хорошо? Так, волка трогать не будем. Давайте осмотримся тут до конца. Что тут еще наши эти домики могут нам предложить? Все, у нас полный комплект. Это не может не радовать. А, зайти можно? Нет, зайти нельзя. Что? А, чего? И? Почему капюшон? Хорошо. Ну, капюшон так капюшон. Кто я такой, чтобы спорить? У, ткань.
Перчатки, спички, хорошо. А, мне нужна ткань. Все, больше ничего. Так. Там еще тачка. Ну, провианта у нас достаточно. Кстати, я бросил перед входом в заправку несколько кусков мяса. Я хочу посмотреть, можно ли их заморозить для дольшего хранения. Потому что если нет, ну, переводить продукт будем. Может быть, жареное, но дольше хранится. Хотя должно быть, по-моему, по идее, наоборот. Да, и забыл все-таки между сериями посмотреть, можно ли взаимодействовать с предметами. Ну, я имею в виду кинуть их на пол и куда-нибудь поставить. Ну, можно было бы вообще нашу АЗС так обжить, чтобы, ну, прям красота была. Как дома. Мне патрончиков еще пару штук, чтобы я спокойнее был. Сейчас опять одежды наберем, девать ее некуда будет. Ну вот, как я и говорил. Хорошо. Носки. Носки это всегда полезно. Так, тут вроде ничего нету. Да. Ну, по-любому. Конечно. Обижаете. Так, сколько он ее? 6 минут? Ай, давайте. Ну, уже 4 часа. Плохо, плохо, плохо. Газета. Понятно. Все, вроде мы тут все осмотрели, больше тут ничего нету по углам. Так. А, там еще вдалеке домик. Предыдущая серия получилась так, что я просто заснял то, как я вышел из одного дома и вошел в другой. Если бы я не хочу тут еще одну такую серию снимать. Так что это, если что, она будет, наверное, подлиннее. Дорога куда-то уходит. Ой. Это что такое? Ух ты, боже мой. Черт. Ушел. Ладно, надо было ближе подобраться. Сейчас мы просто в этих домиках наберем столько добра, что придется обратно на АЗС идти и это добро сбрасывать. Еще носки. Носки, носки. Нет. Ну вот еще один плюс, что очень много топлива тут будет у нас. Камин.
Доски, это хорошо. Тут практически все можно разобрать на растопку. Ну да, тут водится пара волков. Ну и у нас вроде как бы мы не безоружные, но мало ли что. Лук у меня есть, но стрел... Одна стрела там, по-моему. Ага. Пусто. Ну, как видите, у нас действительно очень много провианта. Я не знаю, он, наверное, быстрее испортится, чем мы его съедим. Так что, наверное, будем питаться... Я думаю, волчье мясо, которое мы добыли, оно быстрее испортится. Так что его надо будет съесть в первую очередь. Я не знаю, разумно ли будет разводить костер в помещении, но я его буду разводить в помещении. Как-то я не хочу рисковать и выходить на улицу лишний раз. Это все мы разберем. Очень много одежды. Так, так. Ух ты. О, ё-моё. Спасибо. Очень ценим это. Хорошо. Интересно. Хорошо. Взять все. Ну, уже так и быть. Такими темпами мы из этого поселка до завтрашнего утра точно не уйдем. Так, может быть, волк вернулся? Ну? Нет. А, вон. Здравствуйте. Так, ну, оленью тушу мы пока трогать не будем. Постараемся грохнуть волка. Это дело, конечно, опасное. Но у нас получилось. Так, две тушки волка у нас уже есть. Так, все собрать... Ну, ладно, мясо пока не надо. У нас мясо есть. Хорошо. Сейчас вон, видите, мясо лежит. Пойдем проверим. Может, она замерзла все-таки. Пусто. Не, я думаю, они собираются добавить езду на машинах, но пока что я не считаю это необходимым. Может быть, в сюжетке будет. Возможно. Так, все, да? Да, все. Так, и вот та тушка волка. И пускай все это добро сушится. А, ага, туша волка. Блин, а где же мы его грохнули? Хотя бы хоть пересматривай серию. Тут он на нас напал. Вот там вот. Потом побежал в этом направлении. Вот он. Это же он? Да, это он.
Так. Собрать. The sun's setting. It's gonna get a lot colder soon. Ну, мы с вами очень хорошо упакованы, даже не мерзнем толком. Хотя минус 16 на дворе. И у нас еще 2 градуса в запасе. Если мы до конца отремонтируем наши все шмотки, то у нас будет еще, наверное, пара градусов. Когда так все скрипит, страшно. Ну-ка, давайте взглянем. Ну, сырое. Нет, ну, видите, не мерзнет. Пускай валяется тут. Так, давайте разгрузимся. 15% медленно. Несколько дней понадобится. Бросить. Бросить. Ага. Тут у нас как-то так. Много кишок. Не, нормально. Все. Пойдемте из припасов все поскидываем. Так. Та-та-та-тан. Так, все плохое, все в плохом состоянии. Значит, забираем с собой. Воду. 2,5 литра. Нам хватит. Так. С этим понятно. Отлично. Теперь сюда. Пам-пам-пам-пам-пам. Что тут? Один набор. Доски мы с вами сами найдем. Так, и надо поскидывать вещи уже сами. А давайте вот сюда. Так, что у нас тут? Не нравится, не нравится. Все это мы потом пустим под нож. Отлично. Что у нас получается? Блин, мы устали. Менее часа. Да, уже будем ночевать тогда. Будем ночевать. Попьем, перекусим и ляжем спать. Так, сардинки лучше сразу съесть. Я уже один раз ими траванулся. Оленина приготовленная. Что?
давайте спать. Хорошенько так выспимся. Так, у нас тут еще менее часа. Ну. Да ё-моё, не то. Ай. Ну ладно. Мы молодцы. Давайте перекусим. Погодка за окном звуками меня не радует. Ну что, нарвемся на кого-нибудь? Волчара. Ну, как и планировали, двигаем к островам. Они тут не очень далеко, я смотрю. Тело. Оленье. Там еще одно. Ладно, подберем на обратном пути. Вот сейчас вот, если бы это была, ну, какая-то кооперативная игра, сейчас бы мне просраться дали. Я как бельмо на глазу на открытой местности. Просто жуть. Так, ну там расцветать будет? Мне погода тоже не нравится, как бы я вот не заблудился. Медведь. Но мне вроде как спальный мешок не нужен, но мы можем попробовать. Так. Хорошо, хорошо, хорошо. Много всего интересного. Заскочим, все это будем на обратном пути брать. Я не хочу бодаться с медведем, но, наверное, придется. Ну что ты мне скажешь? Готов. Да, действительно, два патрона, как говорили. Мишка, плюшевый мишка. Та-та-та-та. Что тут у нас? Это, я так понимаю, его берлога была, да, пещерка? Танки и ничего больше. Ну и ладно. Так, минус 25, это, конечно, очень круто, ребят. По кому вороны?
Спасибо. И вот опять эта самая погода, из-за которой я могу на незнакомой карте легко заблудиться. Я очень этого не хочу, потому что вот тут вот из-за того, что заблудишься, можно умереть. Мне этого не надо. Так, мы подмерзать с вами начинаем. Дом. Вот он. В нем можно переждать плохую погоду и осмотреться. Так, воронья нигде нету. Дом мизантропа. Ну да, похож. Он и как маяк тут выступает, видите, огни везде. Хорошо, и что? В доме мизантропа найти, можно найти оружие, я уверен. Так, давайте не допустим той же ошибки. Пусто. Какой-то незапасливый у нас мизантроп попался. Хорошо. И я вот таким же методом хочу еще второй островок осмотреть. Что там есть интересного? Ничего. Газета. При наличии винтовки выживать на этой локации вроде как комфортно. Конечно, у меня уровень сложности не максимальный. Я не знаю, что там творится, сколько там надо патронов, я не знаю, на животных. Как часто они попадаются, как часто попадается лут. Я думаю, все это реже, а животных больше. Они живучие и злее. Подвал. Подождите. Да, подвал. Ага. Интересно. Нагрузились мы с вами, конечно, под завязку. Сейчас сильнее еще нагрузимся. Угу. Для очистки воды. Спасибо. Так. Ага. Вода. Ну, из вещей вряд ли я уже что-то, ну, лучше того, что на мне найду. Я так думаю, что все лучшее я уже нашел. Оно уже одето.
учебничек. Так. Ага. Хорошо. Так, мы хотим пить. Это не проблема. Мы с вами не сильно перегружены, так что я думаю, воду всю мы с собой утянем. Все, вроде все тут осмотрели. В подвал, по крайней мере, пока спуститься нельзя. Но я думаю, эту возможность нам предоставят потом. А может быть и нет. Фух. Так, погодка нас все равно не радует. Я не вижу, в какую сторону мне надо идти. Так, там берег. Значит, где-то там должен быть второй остров. Давайте попытаемся. Так, подмерзаем. Но уже 22 градуса, было 25. Уже лучше. Так, хорошо, будем держаться. Вот волчонок. И я вижу берег, но это может быть побережье. Я не уверен. Два волчонка. Патронов все меньше и меньше. Скоро понадобится лук. Нет, я на них кидаться не буду. Не в этот раз. И главное не забыть сейчас про тушу оленя и мишку. Это у нас обязательно. И все-таки волка одного нам убить придется. Винтовка. Винтовка. Ну, блин, она нам не нужна. В принципе. Она, конечно, может пригодиться. Ладно. Все, тут больше ничего нет. Так, это остров или не остров? Я представляю, сейчас знающие люди такие: боже, идиот, куда ты идешь? Сейчас, блин, вода загнула. Лед проломится, ты к краю подходишь. Вот у нас такая погода. Еще 12 часов. Зайка. Я бы тебя грохнул, но на тебя я уже не хочу тратить. Так, так, так. Не, я думаю, все-таки это остров. Мы идем нормально, правильно. Потом как-то, ну, примерно таким же путем пойдем обратно. Блин. Иди сюда. Черт. Сломалась? Или это не та винтовка? Эй, ребята. Если бы я его грохнул, так еще бы не так обидно было. Но зайку мы выпотрошим. Сломанная тушка кролика. Ну, сломанная так сломанная. Что ж поделаешь? Так. Ну, мне немножко все-таки не начинает не нравиться ситуация. Патроны у нас все-таки заканчиваются. Надо начинать думать о луке. Где взять наконечники стрел? Как их делать? Только бы тут никакой живности было. Не было.
Остров рогатого зайца. Хорошо. Еще перья. Так. Я вижу дом. Это хорошо. Ну ладно, локация большая, я думаю, мы патроны еще раздобудем на ней. Это, конечно, будет тяжело. Да, это зайцы скачет. А просто схватить его нельзя? Вот почему топором ударить нельзя? Я вообще с топором за ним побегал. Так, давайте посмотрим. Отлично. Хорошо, что у нас тут? Книга. Аварийный фонарь. Давайте возьмем, пускай будет запасной. Хорошо. Так. Сначала видимые объекты. Покинуть дом я пока не хочу. Hope nobody needs this anymore. Радужная форель. А, нет. Мы уже почти перегружены. Пора отправляться домой. What have we here? Еще чай. Хорошо, хорошо. Я даже не знаю, хорошо, что мы нашли винтовку или плохо. Просто винтовка у нас действительно есть, она нам не нужна. Вы сами видели, какая была проблема, что я достал винтовку, и это оказалась не та винтовка. И так бы я, может быть, сейчас убил бы этого волка, у меня была шкура, и я бы спокойненько пошел бы обратно. Там много оленей. Кто-то говорил, что если сделать куртку из шкуры волка, то волки на тебя не обращают внимания. Ну, или там обращают не так часто. То есть надо до близко очень подойти. Вот я не знаю, правда это или нет, но я это обязательно проверю. Так. Много комнат, много комнат. Хорошо. Аптечка. Возможно, мы даже останемся в этом доме. Сейчас надо будет провести инвентаризацию. Ну, хотя... Сколько там килограмм? 42. Ну... Еще пара кило, и мы уже так быстро бегать не будем. Нет, назад. Отлично. Много топлива, это хорошо. Носки... Уже слегка тяжело чувствуется. Сейчас возьмем воду и посмотрим. Ну, в принципе, идти можно. Так, я полагаю, надо перекусить и попить водички.
можно пару часиков поспать. Хорошо, что у нас там получается? Мы сыты. 10 часов. Давайте 3 часа поспим. Так. Отлично. Видите, опять не та винтовка. Все ли потому, что у нее 86%? На 1% больше. Так. Пойдемте отсюда. Хорошо. Пойдем тем же путем. Так, что с погодой? Погода отличная. Во, видимость хорошая. Ну, наконец-то. Это очень хорошо. Вот. Теперь все видно очень хорошо. Так, там какое-то тело. Я, кстати, так понял, что вот эти волки, которые на меня нападают, я от них отбиваюсь, они в итоге умирают. Я где-то пару дней назад натыкался на такую вот версию, и пару раз... Ой. Так, бегать мы с вами не можем, но в принципе не надо. Но сейчас мы это проверим, вот что там лежит. Если это волк, то вполне вероятно это тот самый волк. Мне даже немного жаль его стало. Так, хорошо, мы можем его с него собрать. Немного трудновато сейчас будет дойти до всего этого. Согрим его. Или нет, не надо. Постараемся не без этого. Но он идет в нашу сторону. Мне очень не нравится этот белый, голубой снег. Ладно. Он идет от нас. А, он идет от нас. Все, тогда другой разговор. 50 минут. Сойдет. Отлично. Мы очень сильно перегружены. А нам там по пути еще мишку собирать и все такое. Фух. Давайте посмотрим, что мы можем выкинуть. Что там с погодой? Так, погода нам не страшна. Нам надо попить. Давайте попьем. Так, не надо нам. Это тоже нам не надо. Бог с ним, с этим мясом. Жареная пускай остается. Так, пару килограмм сбросили. Набрали мы так набрали. Патронов у нас где-то 4 осталось, может быть 5. Этого мало. По пути нас ждет еще шкура медведя и шкура оленя, двух оленей. Возможно, даже 3. Это хорошо.
Но мы будем довольно-таки долго ждать, пока это все высушится. Ну, отправимся исследовать глубины. Локации уже туда, ближе к краю, дальше от побережья. Что тут еще интересного есть? Может быть, силки поставим? Ну, тут место такое не очень дружелюбное, я бы, наверное, тут не стал бы. Все, давай, 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 дружок. Фух, добрались. Довольно прибыльная серия была в плане лута. Мы практически все, что мне нужно, нашли. Если у нас сейчас этого нет, то мы найдем его по дороге на АЗС. И там постараемся скрафтить уже шмотки. Ну, сразу не получится, надо это все высушить, а это время. Ну, посмотрим. На данный момент я считаю, что все движется очень хорошо. Мы выживаем довольно-таки бодро. Патронов только мало, но как-то постараемся их найти. Ну что, всем спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, репостите и не переключайтесь. С вами был Влад, всем пока.